получится. У отца так и не вышло. Правильно ли? Мама так не считает. А оно того стоит? Друзья говорят, нет. Это мы слышим каждый день от людей. Но если внутри горит, значит и решать только тебе. Я не буду говорить «просыпайся в 5 утра», «работай однажды, и ты добьешься успеха». Это ложь. Трудности всегда будут в нашей жизни. Дерьмо будет случаться. Тяжело будет всегда, но у тебя есть два пути. Сложно, когда давишь штанга на плечи 200 килограммов или пустой гриф. Решать проблемы в метро или на ламбо. А вопрос ведь в одном. Насколько тебя хватит и как далеко ты сможешь зайти? 95% людей стараются изо всех сил. Но когда на пути появляется трудность, когда вес снаряда слишком тяжелый, когда работа кажется невыполнимой, эти люди сходят с дистанции, прикрываясь здравым рассудком. И я полностью с этим согласен, так как это вызов для 5%. Наша ведь разница в чем? Пока они рассуждают, полезно это или нет, будет ли прогресс от 7 тренировок в неделю. Мы делаем! Каждый день! У нас не получается? Да и похер, мы возвращаемся еще с большим запалом. И если ты не уверен в чем-то, даже не начинай. Оставь это для 5%! Wakey, wakey. Aesthetic life, bruh. Just listen to me. Push or die!